Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор черной глины. Черная глина считается наиболее мягкой по текстуре, чем другие косметические глины. У нее богатый минеральный состав с большой концентрацией оксида кремния, магния, кварца и кальция. Свойства этих микроэлементов благоприятно воздействуют на кожу, очищая ее, придавая гладкость и шелковистость. Используя косметическую глину, в том числе и черную, всегда надо помнить, что она является косметическим компонентом со сложным составом и что ее действие индивидуально, хотя ее рекомендуют для любой кожи. И все-таки кому-то она покажется нежной и смягчающими свойствами, а кто-то отметит стянутость и сухость кожного покрова после применения черной глины. Потому для глины, как и для многих косметических продуктов, стоит проводить тест на переносимость перед первым применением для лица. Для этого нужно просто небольшое количество глины нанести на участок кожи на 5-7 минут. Но даже если после проведения данного теста отметили некоторую сухость на тестируемом участке, это не означает, что надо отказаться от косметических процедур с глиной. Просто необходимо подумать, с какими еще косметическими ингредиентами составить скраб или маску. Черная глина в косметике имеет данное предназначение. Питает клетки кожи минералами, повышает эластичность, действие напротив морщин на лице и отвисания кожи. Является компонентом средств в противоцеллюлитных программах при использовании ее в мазях. Рекомендуется косметологами для терапии ряда косметических проблем. Стимулирует регенерацию клеток эпидермиса, бережно очищает и скрабирует поверхность кожи, очищая черные точки. Сужает поры, нормализует выделение кожных пор. Отлично освежает лицо, если есть необходимость скрыть следы усталости. Дает видимый лифтинг-эффект. В комплексе с маслами и другими натуральными косметическими компонентами обеспечивает эффективное воздействие на кожу любого возраста и типа. Вот в таком пакетике мы отправляем черную глину нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!